Открытие этого мемориала, торжества в российской столице, митинг, реквием Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победы, наша победа, память и слава, которую мы впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений, незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и прежде всего белорусов и россиян. С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений. Убежден, что мемориал советскому солдату под Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов. Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь, Россия, заплатившая миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении. Дорогие ветераны Великой Отечественной, вы продемонстрировали всему миру образец беспримерного мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа. Низкий вам поклон за бессмертный подвиг, доблесть, отвагу и верность Отечества.